субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, пройдут дожди. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 5 градусов, ночью 1-3 выше 0. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, пройдет дождь. Днем плюс 4 градуса, ночью плюс 2. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 4 градуса, ночью 3 выше 0. Ветер южного направления 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь. Днем плюс 3 градуса, ночью плюс 2. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.